этого ролика утверждает, что сидел в машине возле своего дома и увидел, как в небе неожиданно вспыхнул яркий шар. Не теряя времени, он начал снимать это явление на смартфон. Спустя некоторое время появилось еще несколько световых объектов, которые в дальнейшем стали плавно спускаться к земле и исчезли за крышей дома.